Всем привет, друзья! Как вы уже догадались из названия видео, сегодня мы будем брать обычную пленочную фотографию, их еще называют аналоговыми. И таких фотографий, я уверен, у каждой семьи хранится сотни и сотни штук. И мы их будем переводить в цифровой формат, конечно же, с помощью мобильного приложения. Цель этого видео не просто взять и показать им, что да, есть какое-то специальное приложение, и что да, с помощью него можно сканировать пленочные фотографии, и они будут переводиться в цифровой формат. Нет, это я вам, естественно, покажу. А целью этого видео является, во-первых, передать мой опыт вам, потому что я человек, который лично отсканировал более 2200 фотографий. Я вот сейчас вот перед съемкой пересчитал, сколько я их отсканировал. Я хочу объяснить, почему это важно и почему это нужно делать. Итак, давайте начинать. Во-первых, сейчас где-то слева от меня появится запись моего экрана, чтобы вы смогли видеть все наглядно, как это происходит на телефоне. Опс, оно сейчас где-то появилось. И во-вторых, у меня здесь есть вторая камера, которая будет снимать, как это все происходит сверху, потому что приложение, конечно, классное, но хочется видеть, как это все происходит вживую. И, конечно же, давайте начнем с приложения. Само приложение у нас называется фотосканер от Google Photo. Как вы поняли, его выпускает компания Google. И доступно оно не только на Android, конечно же, но также и на iOS. И на самом деле этому приложению уже не первый год. Но, во-первых, есть люди, которые даже пользуются Google Photo, но могли не знать, либо не замечать этого приложения. А во-вторых, есть люди, которые не пользуются Google Photo, и поэтому мой долг вам рассказать об этом приложении. Давайте приступать к демонстрации возможностей этого приложения. Ну и, как я уже сказал, я поделюсь некими лайфхаками, потому что я цифровал, как я уже сказал, более 2200 фотографий. Итак, приложение мы скачали. Что нужно следующее? Конечно же, нам нужен стол. Можно взять вот такой вот маленький столик, как у меня, но чем больше стол, тем лучше. Если у вас нет полноценного рабочего стола, то идите работать за кухонным столом. Почему не рекомендуется это делать на полу? Потому что, когда вы начнете сканировать большой объем фотографий, после, я не знаю, сотни фотографий, у вас начнет затекать спина. Это будет реально неудобно. В-третьих, для того, чтобы вам работалось удобно и фотографии сканировались качественно, рекомендуется их сканировать при полноценном солнечном свете. Почему не искусственный свет? Потому что, во-первых, лампы будут светить, и фотографии, у которых глянцевая поверхность, они будут отсвечивать, а во-вторых, качество будет реально снижаться. И четвертое условие для комфортного сканирования – рекомендуется подготовить контрастную поверхность. Смотрите, вот сейчас у меня на столе очень хороший пример. Фотографии у меня темных оттенков, и стол у меня тоже таких вот темных оттенков. И смотрите вот на эти цвета, на стенку и на стол. Они, цвета очень сильно похожи. И поэтому, когда мы будем сканировать фотографию, то программа может перепутать этот цвет и фотографию, и вам нужно будет потом ее дополнительно откадрировать. Это неудобно, это будет занимать время. И поэтому, чтобы такого не случалось, конечно же, лучше подложить листочки А4 на всю поверхность стола. Если у вас есть матмат, то замечательно, это будет еще удобнее. То есть вот так мы берем и подкладываем листочки на всю поверхность, где мы будем сканировать, чтобы камера это не фиксировала. Итак, мы подготовили рабочее пространство. Во-первых, у нас есть стол. Желательно, конечно, чтобы он был больше, не такой маленький, как у меня. Во-вторых, мы снимаем при солнечном свете. Ну и в-третьих, у нас контрастная поверхность. Итак, смотрите, у нас в приложении нет специальных режимов, но у нас есть настройки. Во-первых, мы можем включить либо выключить вспышку. Во-вторых, есть специальный алгоритм, который убирает блики, если, допустим, вы снимаете все-таки не при дневном освещении, а у вас искусственное освещение. Ну и во-вторых, это все можно комбинировать с алгоритмом, без алгоритма, со вспышкой, без вспышки. Давайте мы начнем с самого хардкорного режима, когда у нас есть вспышка и когда у нас включен алгоритм. Итак, давайте приступать к сканированию. У нас включена вспышка и алгоритм. Мы сейчас перевернем телефон, потому что я сделал тестовый кадр, и в вертикальном положении он все-таки не хочет фотографировать, а такую горизонтальную фотографию, поэтому делаем это все со второго дубля. Итак, мы начинаем скан, мы нажимаем, сейчас вот у нас программа определит, где у нас фотография, и попросит сделать 4 точки. Это будут у нас отдельные 4 фотографии. Потом он будет накладывать каждую одну на себя и как раз таки убирать эти блики и увеличивать разрешение фотографии и увеличивать качество. Итак, сейчас мы это все сделаем. И посмотрим, что у нас получилось в итоге. Так, давайте посмотрим. Вот смотрите, вот это вот я сделал в вертикальном режиме, все-таки у нас произошла ошибка. Если вы делаете скан горизонтальной фотографии, то делайте это в горизонтальном режиме телефона. Если вы это делаете в вертикальной фотографии, то можете сканировать это вертикально. Так, вот что у нас получилось. Во-первых, смотрите, у нас качество очень хорошее получилось, бликов нет, все достаточно прикольно, но это у нас занимало достаточно много времени. Прикиньте, вы будете сканировать, ну хорошо, 10 фотографий, можно так постараться. А если у вас 300-400 за раз, это занимает очень много времени. И вы реально устанете. Поэтому давайте переходим к следующим настройкам, когда мы, допустим, отключим вспышку и оставим одну вот эту вот алгоритм. Так, сейчас вот снова мы перевернем телефон. Итак, сейчас он снова у нас определит фотографию и попросит нас снова сделать 4 разные фотки, но уже без вспышки, заметьте, да? Посмотрим, как у нас изменится качество, не изменится, будет оно хуже, либо нет. Так, мы это сейчас сюда все переносим и посмотрим на финальный результат. Видите, можно дергать телефоном, ничего страшного, он там сам зафиксирует и сделает все как нужно. Так, переворачиваем, смотрим. Итак, смотрим, вот это у нас фотография вышла со вспышкой.
А эта фотография без вспышки. И на самом деле мне без вспышки она нравится как-то больше, она получилась более контрастной. Хотя если посмотреть в реальности, то со вспышкой, да, она выглядит натуралистичнее, потому что в реальности фотография, можно сказать, он передал ее натурально и один в один. А без вспышки она выглядит более контрастно, но на глаз она приятнее. Ну и давайте перейдем к третьему формату, где мы выключим и вспышку, и алгоритм, и посмотрим, что у нас получится. Это он просто сделает фотографию, и нам не нужно будет вводить вот эти вот четыре точки. Итак, давайте это мы сделаем. Вот наведем аккуратненько, не двигаем руками. Сделали фотографию. Все, сейчас у нас алгоритм проанализирует, где находится фотография. Ага, вот, все, смотрите, это у нас фотография со вспышкой. Это фотография без вспышки, но с алгоритмом, где у нас склеиваются 4 фотографии. И это у нас единичная фотография, где мы просто сфоткали, и программа сама ее вырезала. Первая фотография у нас получилась самой натуральной, вот как я ее вижу в реальности, так она у меня и получилась, 100 из 100. Вторая фотография, где у нас уже была отключена вспышка, но остался алгоритм, она получилась такой вот контрастной. На внешний вид она выглядит, мне кажется, лучше. Ну и третья фотка, мы, во-первых, не затратили на нее много времени, мы просто навели и сфоткали, и получилось что-то среднее между первым и вторым. То есть она не такая контрастная, как вторая, но и не такая реалистичная, как первая. И на самом деле вот такой вот вариант, он лучше всех, потому что, во-первых, если у вас подобраны хорошие условия, то есть у вас есть хорошее натуральное освещение, у вас контрастная поверхность, у вас неплохая камерное устройство, то есть это, кстати, очень тоже важно. Чем лучше камерное устройство, тем лучше будет качество, потому что я первую свою 1000, наверное, сканировал на Mesium X5, там была средненькая камера, и фотки были реально, я бы сказал, не супер, я бы их пересканировал, но уже возможности нет. С Google Pixel 2, когда я сканировал вторую 1000, то есть там где-то через год, качество получилось, конечно же, намного лучше. И от камеры тоже много чего зависит. Поэтому, если у вас, допустим, у родственников есть хорошая камера, у папы, у мамы, либо там у сына хорошая камера, возьмите лучше их устройство и отсканируйте фотографию на их устройство. Где лучше камера, ну то и сканируйте. Вот такие вот результаты у нас получились. Выбирайте сами, каким режимом вы хотите использоваться. Если у вас прям дофигища фотографий, их сотни, то, конечно же, я рекомендую использовать режим без алгоритмов, просто фотографируйте. Потом, если надо, что откадрируйте. Давайте, кстати, покажу, как это выглядит. Вот мы нажимаем на кадрировать. И, допустим, он бы у нас вот сделал как-нибудь вот так вот, все, вот так бы у нас получилось. Вы просто заходите в кадровку, вот так вот это все удобненько, выбираете углы, да, вот так вот. И все, у нас фотография сохраняется так, как она должна, вот. Все, все прикольно. Потом все эти фотки автоматически попадают в Google Фото. Вот, видите, они у нас сюда попадают. Нам не нужно ничего делать, они автоматически синхронизируются. Кстати, небольшой лайфхак для тех, кто будет сканировать большое количество фотографий. Если вы, допустим, отсканировали целый альбом, там более сотни фотографий, и вы начинаете сканировать второй, так вот, чтобы потом не находить в результате сортировки, где у вас какие фотографии, просто переходите в камеру, да, делайте фотографию листа, и потом Google Фото вы будете понимать, что ага, вот это у меня закончились, вот это первый альбом, потом у меня начинается второй альбом, после этой фотографии это будет реально удобно, я говорю уже на опыте своем. И давайте в конце объясню, почему важно сканировать фотографии, потому что сейчас это делать офигенно легко, у вас вот есть сканер, в каждом кармане это обычный телефон, у каждого телефона есть камера, вам не нужно брать специализированный сканер, класть туда фотографию, ждать по 10 секунд, пока она отсканируется. Да, там качество будет хорошее, но это занимает очень много времени, особенно если у вас 1000 фотографий. Объясняю, почему сейчас, вот именно сейчас, когда вы смотрите это видео, это лучший момент для сканирования фотографий. Смотрите, когда я ездил домой, я звоню маме, говорю, мам, подготовь мне все альбомы, которые ты вот только сможешь найти, я буду сканировать фотографии. Она такая, да зачем тебе это делать, это будет занимать очень много времени. Лежат фотографии дома, лежат. Ну, окей, сейчас вот они лежат, да, все классно, они сохраняются. А через 10, через 20 лет, что с ними будет, неизвестно. В жизни всякое бывает. Переезды, ремонты, тьфу-тьфу, всякое может плохое случиться. И вот эти фотографии, которые были сделаны десятки лет назад, вот этой фотографии, например, ей больше 10 лет. Вот кошке нашей 18 лет. Вот все, завтра что-то случится с этой фотографией, не знаю, вот она намокнет. Я вот ее отсканировал, все, она у меня лежит в телефоне, она никуда не денется. Вот она у меня лежит в облаке. Если что-то с гуглом случится, то это, конечно, случится мировой крах. Окей, если вы прям так сомневаетесь в гугле, возьмете и скачайте эту фотографию на винчестер. И у вас будет как раз-таки и облако, и винчестер, вот так вот вы распределите риски. Я постараюсь объяснить свою позицию, почему я в свое время решил заняться сканированием фотографий. А я отсканировал практически все альбомы, которые только смог найти в семье. Я думаю, вы не особо переживаете, что у вас вот эти фотографии лежат на полочке. Ну да, приезжают там родственники, раз в полгода вы такие открываете эти фотографии, посмотрите, ой, вот что было полгода назад. Как я уже сказал, через 10, через 20 лет неизвестно, что будет с этими фотографиями. А у меня родятся дети, у меня родственники разъехались по всей стране. Я же не буду каждому бегать вот так вот, а дайте фотографии, посмотрю, покажу. Вот у меня были вот эти родственники, то есть своим детям я буду показывать. Я взял, отсканировал все фотографии. Когда они вырастут, мы вместе сядем на диванчике, я включу телевизор, сделаю скринкаст и буду показывать фотографии. Вот, допустим, я в лесу, да, а вот я с братом сижу, да, маленький. Мои дети смогут это увидеть, им не нужно будет ездить, искать эти фотографии. У меня будет собрано все в одном месте. И как я сказал, это прежде всего вопрос семейственности, я не знаю,
знаю, наследие, что-то типа того. То есть я хочу, чтобы эти фотографии увидели мои дети, дети моих детей и тому подобное. У нас, блин, 21 век, цифровые технологии, все хранится в облаке, а большинство людей хранят вот такие вот фотографии. Возьмите, оцифруйте эти фотографии вот прям сегодня же, через месяц, я не знаю, когда у вас выдастся свободное время. Я не знаю, как вы, но лично я переживаю, что, во-первых, все эти фотографии не занимали большого количества места, они у нас физически, представьте, 2000 штук, я не знаю, это целый шкаф. Во-вторых, они бы собраны все были в одном месте. Как я уже сказал, у меня родственники раскиданы по всей России, и их альбомы я уже отсканировал, они у меня лежат в одном месте. Ну и в-третьих, я хочу, чтобы у меня был доступ к этим фотографиям в любой момент времени. Я приехал к тем родственникам, у которых нет каких-то фотографий, я открываю браузер, Chrome, Google Фото, и мы смотрим эти фотографии прямо на компьютере вживую. Я беру телефон и могу показать, а, вот смотри, вот там отматываю, допустим, когда я их сканировал. Вот у меня есть вот эти фотографии. Либо я создаю отдельный альбом, и в любой момент времени могу вот так вот иметь доступ к любому альбому, который я когда-то отсканировал. Это круто. Кстати, в чем еще прикол, чтобы эти фотографии у нас загружались в Google Фото? Смотрите, если у вас есть Android TV с поддержкой протокола Chromecast, либо у вас есть устройство Google Chromecast, на которое я, кстати, уже делал обзор, плашка сейчас выскочит в правом верхнем углу, то вы можете брать вот эти все фотографии и кастить их на свой телевизор, и у вас будет получаться такая вот большая, огромная фоторамка. Не обязательно, чтобы у вас кастились прям все фотографии. Допустим, вы создаете какой-то альбом, вот у меня есть отдельные альбомы, я в настройках Chromecast выбираю, что я хочу скринить вот этот и вот этот альбом, и все, они у меня будут показываться на телевизоре, и это, поверьте, очень прикольно, когда вот вы что-то сидите дома, там чем-то занимаетесь, у вас включен телевизор, Chromecast, и у вас показываются какие-то старые фотографии, сразу какие-то воспоминания, эмоции, это реально прикольно. В общем, такое вот видео, друзья. Надеюсь, что я свои мысли попытался донести не супер сумбурно, потому что у меня тут соседи сейчас сверху сверлят. Я прям сижу, психую, и, не знаю, записываю некоторые дубли по 20 раз. В общем, надеюсь, что вы все поняли, что сканировать фотографии нужно прям сегодня, сейчас. Возьмите, запланируйте время, отсканируйте эти фотографии, сохраните историю, которая есть у вашей семьи, чтобы ваши дети, ваши внуки смогли увидеть эти фотографии, потому что не факт, что с ними случится, это физический объект, он может затеряться, все может с ним случиться. С цифрой ничто не случится, если вы будете ее хранить грамотно, либо просто раскидать по пятерым винчестерам, и вы, грубо говоря, диверсифицируете свои риски, если по-научному. Большое спасибо, если вы досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что я смог вас как-то замотивировать заняться этим делом, потому что иногда человеку не хватает небольшого пинка под зад, и он обязательно все сделает. Делитесь этим видео с друзьями, давайте нести позитив массы, и я реально хочу, чтобы люди использовали технологии грамотно и с умом, потому что у нас в руках сегодня компьютеры, которые по мощности происходят, те же компьютеры 80-х, 90-х годов, все лежит на ладони, нужно этим просто воспользоваться. Ну, как обычно, увидимся в следующих видео. Всем большущую удачи, всем пока.